Ведущий известной передачи «Сток одному» Александр Гуревич высказал свое мнение по поводу происходящего в мире, после чего уволился. Поступком телезвезды неприятно удивлены многие поклонники передачи. Гуревич в своем заявлении отметил, что не горит желанием вести развлекательное шоу и готов понять тех, кто не хочет принимать участие в нем. Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить. Полагаю, среди гостей нашей передачи и участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе, высказался Александр Витальевич. Теперь неизвестно, кто станет новым ведущим программы и будет ли она существовать вообще. К слову, «Сток одному» выходит на канале «Россия-1» с 98 года, и Гуревич являлся бессменным ведущим телешоу.